Пацаны, мы в лифте, три велика. Покатушки охуенно начинаются. Мы едем на этаж. Я хочу заснять, как вы будете вылезать. Я, короче, тут рукой держу свой велик, его велик. Его велик просто сюда втиснули. Нам еще вниз ехать, пацаны. Давайте выплевывайтесь, я буду это снимать. Давай, открывайся. Бля, сейчас я в рот не присуну. У меня колесо ебало влетит. Так, давай, Колян. Ой, подождите, пацаны. У меня очко засралось. У меня все, по-моему, засралось. В общем, пацаны, начинаются покатушки, это будет... Шок-контент, выкидываем байк. Сними его. Сейчас чувак снизу такой стоит. Ладно, пацаны, это покатушки, мы начинаем. Короче, пацаны, сегодня мы катаем в расширенном формате. Сегодня с нами Андрюха, Колян, наши байки, но куда же без них. Маршрут у нас сегодня совершенно непредсказуем, потому что я до сих пор не знаю, куда мы поедем. У тебя есть идеи? Нет. А у тебя? Ты хотел что? На беговую. На лясах? До свидания. Тоже такая идея. Пацаны, мы идем снимать летсплей. КСК, блядь. Опять же, не рекомендую вам выходить из самоизоляции, карантина. Сегодня еще 11 апреля, самый разгар. В общем, посмотрим, что с нами будет. Погнали кататься. Блять, ай-яй-яй-яй. Подожди, Андрюха, тормози, мы потерялись за тобой. Ебать, здесь, охуеть, здесь круто. Подождите, пацаны, что-то я не ожидал. Я готов. Мне пиздец страшно, я на тормозах еду. Блять, пяточка нахуй. Ох, охуеть. Охуеть, да я дал, у меня нога слетела левая с пяточкой. Охуеть. Давай, Колян. Давай так, вот здесь поположе будет нормально. Ой, последняя лестница. Блять, последняя, да? Ты здесь спустишься? Я очкую, я здесь не съеду. Нет, там еще поворот в конце, я просто не вижу стену. Я самый главный экстремал, я здесь даже не съеду. Нет, пацаны, дайте, подождите меня. Так, ну здесь я съеду. Блять, мне последняя лестница очкошна. Нет, последняя. Нет, самая последняя. Я тоже съебался. Ебать! Жизнь ничему не учит. Блять, обо что? Обчащик. Еще уже. Пи, ваши комментарии. Охуенно. Заебись. Дай, я тебя сейчас сфоткаю. Там в конце... Ладно, есть. Нормально? Бля, я очкую, что-то Колян после тебя. Так, мы не сразу в центр, если что, слышишь? Мы на заправку. Есть такое? Так, налево сейчас. Это как-то вот так выглядит. Ну а как хули? Плавный разгон. Брат, куда, блядь?
Блять, я думал, ты башкой уебался, как в тот раз. Колян уже там однажды искупался, когда мы обзор на его лесик снимали. Блять! Это я ставлю. Ну, почти искупался. Есть тачки, нет? Быстрее, там тачка. Что такое? Перепрыгнул яму, я в последний момент ее вижу и полетел. Воу. Такие мы, ребята. Аутиста пришел объехать. Так, а твоя какого года? Шлифуем, пацаны! Хорош! Давай налево! Лево руля! Давай вниз, вниз, вниз! Налево вниз, давай вниз сюда! Съедем! Смотри, я делаю... Давай съедем, заебал! Ой, блядь! Опа, нам направо! Там переход! А, здесь нет перехода. А, есть. Блять. Пацаны, там нет перехода. Так нам налево. Блять. Все, тулим прямо. Бля, Колян! Блять! Это почти ДТП. Блять, ты знаешь, труба к моему ебальнику летела быстрее, чем работали мои тормоза. Еще бы чуть-чуть и в дерево. Как там говорил? Нырнул, это наш конек или еще? А, между ряди наш конек, смотри, влево. Опа. Между ряди это наш конек, смотри, вне. Так, блядь, 16-й или... Пацаны, тихо. 16-й или 17-й? Сам на ходах идти, ты говоришь, тихо. Да чего вы вот так вот съезжаетесь? Нихуя угладал. Да, я понимаю, хипиш. Чисто, вот у меня фишка стилы, включаем всю ночь, все. Блядь. Ты же зря наш конек, да?
пидоры, блядь. Залет. Зацепил. Нам направо, чел. Блять, стоять. Блять, хуёво, он прямо, да. Стой, там тачка. Ебать, мы, блять, дикие. Охуеть, блядь, и чё, нахуй, ебанулся, блядь, молодой. Охуеть, пацаны, чё за пиздец случился? По поводу. Бля, можно поближе подъехать? Во-первых, мы переезжали на зеленый, блядь, какого хуя? Мы переезжали на зеленый, какого хуя этот пидор влево ушел, блядь, на машине? Вау, пацаны, быстрее, что за колдополис, блядь? Я отвлекся на 5 секунд сторис сделать. Какого хуя вы всех, блядь, подрезали за это время? В смысле, что я на... Во, пацаны, блядь. Я не гнал. Пацаны, кого вы, блядь, там подрезали? Что сейчас случилось? Я сторис, я вас отмечал, блядь. Что там за история с машиной и с байкером? Я нихуя... На поворот шел Мерс. Это... Он встал, видимо, нас пропустить. Я хуй знаю, что он встал прям посередине дороги, нахуй. Он увидел вас, долбоебов, и затормозил.